Всем привет-привет! Всем доброе утро! У нас нет 6 утра, но на улице солнышко. Вот так что всем хорошего дня, хорошего настроя на этот день и поменьше проблем. А я с 4 утра не сплю. Ну, кто смотрит мой канал, знает, что подбили моего вороненка. Вот, очень жаль, конечно, очень. Но это жизнь, от этого не уйдешь. Он еще такой доверчивый, тут и кошки, и собаки все ходят. А он их не боится, а зря. Так, в кадр попали мои орехи. Вот они у меня ночью были замучены. Сейчас я еще залью их горячей водой из чайника. И можно будет есть. Горечь ушла уже из них. Здесь у меня смесь орехов. Это вот у меня... порция на 3 дня. А здесь замочено авокадо. Зерно авокадо. Пора уже ему, наверное, как я делаю, ставим ему зубочистки. Ой, так. Не очень тут вам видно будет. Так. Сейчас. Оно уже набухает. Оно радо, что к нему проявили внимание и не выбросили мусорку. Вот 3 зубочистки я ему ставлю. И вот так вот, таким концом, вот этим вверх, острым. И будем ждать корень. Ну, я думаю, он не заставит себя долго ждать. Корень появится. И можно будет высадить грунт. Авокадо, напомню. Так, дальше. Утренний обход. Бабки, которые нечего делать, которые на пенсии. Так, питайя. Лианообразный кактус. Он съеден, этот плод. Но розовый плод такой. Обезьяны все едят его. Белый мякоть с черными крапинками. Ну, для нас он как-то непонятен, так что я не в восторге. Внук не стал есть, попробовал, не стал есть. Вот такие уже росточки. Надо приобретать мне фитолампу. Вот тогда дело у нас пойдет веселее. А то в прошлом году вырастила... огурцы, пуплята уже были. Как только деревья дали листву, у меня все зачахло. Так что надо фитолампу заказывать на Вальберис. И там не одну, может, 3, чтобы со всех сторон как-то светили на растения. Ну, в общем, вот такие вот дела. Сейчас вот всех накормлю, кофе попью и займусь делами. Всем удачного дня, всем мира и добра. Всем пока-пока. Да здравствует жизнь!